Привет, привет всем, с вами канал Ксения Чёткина. Ой, не говорила. Даша почему-то не приходит. Сзади, как бы... Да, чёрт. Как вы видите, вот там доска. Это ничего страшного. Дашка обещала прийти. Не знаю, придёт ли она всё-таки. Ну, должна прийти. Должна, обещала она. Не знаю, где она может переодевается, там что-нибудь ищет. Но должна. Она сказала, через полчаса приедет. Но почему ее нет? Что, я хотела сказать. Серия будет сниматься с ней. Две буквально серии. Нужно успеть с 15 минут, 30 минут. Уже можно снять 4 серии. Это будет очень хорошо. Ну, я не знаю. Она знает мой дом, она ко мне приезжала уже. Что нового? Я нашла одежду Пони. Купили мои девушки из Эквестрии. Делала прическу, но все как надо. В сериале «Один на всех» дальше будет выпускаться сериал «Домовой». Она будет нашим домовеночком. Вот. В этом сериале. Я домовенок. Вот. Вот такая вот шкафчик ее, она будет там переодеваться. Вот эту, это ее там простое платьице, в котором она ходит в школу. Это она носит себе по технологии. Ну и это ее ночнушка. Давайте посмотрим, как все будет выглядеть. Я от вас не буду ее прятать, потому что... Ой. Во-первых, у нее здесь маечка. Вот, платьице. Это ее бальное платьице будет. Давайте посмотрим, как на ней будет выглядеть ночнушка. У нее маечка уже есть, но мы на нее будем одевать маечку. Конечно же, я с этой куклой ходила два. Но поскольку подруга мне подарила и сказала, что ее Муся загрызла. Уже кошка. Загрызла платье, поэтому мы и без этого обойдемся. Ай, конечно, немножечко сложно, но здесь такая. Вот так она выглядит в своей ночнушке. Вот это, как вы знаете, тоже на технологии носить. Вот так она выглядит в ночнушке, когда спать ложится. Вот так. Вот. Ушки я не снимаю. Они не снимаются. Так, она почему-то растянулась. Ну, дальше. Как она будет выглядеть по технологии? Это сейчас я вам продемонстрирую. Наконец-то Хасбро дошла до кукол. Я так и думала, что они дойдут. Вот дойдут до кукол. Дойдут. Так. Сейчас только осталось ей туфельки по технологии одеть. Вот. Вот как она выглядит по технологии. Ой, боже.
Чё ты роботом скривилась? Чё ты вот роботом скривилась? Вот. Вот так. И в бальном платье вы увидели, как она выглядит. Вот. Я во все ее уже переодевала, только кроме этого. Ой, боже мой. Я ее уже поселила как раз. Вот у меня розовых туфелек нету, жалко, да, очень. Я не виновата, что почему-то Варя любит рарити. Почему все любят рарити? Все, до единого. Например, я не люблю рарити, я люблю Дэш за ее скорость и за ее верность. А некоторые любят рарити. Такая туфельки одеть. Выглядит она, впрочем, хорошо. Вот так она выглядит в этом платье. Чё ты танцуешь? Ну что ты танцуешь? Вот. Ой. Что-то свою майку выпустила. Вот так. Вот. Очень красиво она выглядит. Также в этом. Больше ей подходит, конечно, фиолетовая, потому что под цветом гривы ее. Скоро у нее идет фотошаринг Рокс. Ну, можно и сказать скоро, можно не скоро. Здесь хранят вообще ее все вещи. Все, блин. Прям. И сумочку. Я уже определил, где она будет жить. Вот, посмотрите. Вот. Там коробочка с фотошарфом. Ой, черт. Вон она. Вот она. И здесь она живет. Сейчас я ее посажу, а вы посмотрите. Уговорили вам же честно. Вот здесь она вот так. Здесь щеночек. Эту коробочку. Здесь я туфельки. Газеты валяются. Здесь запасная газета. Здесь копилка с деньгами. И кристаллик ее. Такой. Конечно же, шкафчик. Я положу вот сюда. И сумочку. Где сумочка? Вот сумочка. Я ее положу. Поставлю точнее. Вот сюда. Ну вот. Надеемся. Даша скоро придет. Я выложу видео. Так, сколько, когда она придет, наверное, она ждет, чтобы я ее встретила. Но надеюсь, она точно придет.